будем говорить? Об удобном. О QR-кодах. Которые представляют собой двухмерный штрих-код для передачи платежных данных и проведения оплаты. Для проведения платежа достаточно просто отсканировать QR-код с помощью мобильного приложения. Например, приложение национальной платежной системы. Для оплаты через QR-код нужно всего лишь две вещи. Мобильный телефон с камерой и QR-код. Это быстро, легко и удобно. Теперь вы знаете, что такое оплата QR-кодом.